У каждого пилота должна быть вот такая папка. Не верь, значит, тому, что какой-то инструктор говорит, что вот документ. Пилот – это летная книжка. Нет, это должна быть вот такая папка. Значит, в ней должна быть документация. На каждый вылет заполняется отдельный табель летный. Но как бы это я так делаю. Зачем? Затем, что когда ты летаешь, в голове постепенно может образоваться такая каша. Все полеты похожи на один. И в принципе ты что-то делаешь, какие-то упражнения и так далее, тебя инструктор ведет, но все равно как бы у тебя нету четко, ты четко не выполняешь задания. Вот чтобы четко выполнять задания, правильно анализировать погодные условия, исследовать своему плану полета, нужны вот такие листы. Просто печатаешь рыбу, много-много этих листов. Вот, приходишь на летное поле. Так, вот у тебя первый полет, табель такой-то, первый вылет. Ну и считаешь заодно свои полеты. Вот, один. Первое, десятое, 20-й год. Значит, анализируешь погодные условия. Значит, сила ветра 3 метра в секунду ставим. Порывы, тройка. Температура сколько у нас? 9 градусов. Облачность отсутствует, прочерк. Пилот, пишешь свою фамилию. Слушай, Вань, ты там демп покатал, я сам обделался там. Ноги у вас выше крыла поднялись. Это было очень зрелищно, смотрело снизу. Теперь серьезно. В общем, информация полезна будет для любых пилотов, значит, которые на буксировочном комплексе летают. Приходим. Карта у нас, можем сориентироваться на север. Значит, это у нас будет север, это юг. Значит, кладем вот так карту, ну, лист, сориентировались на север. Направление ветра у нас юго-восточное. Значит, у нас юго-восточный ветер. Ну, правильно же. Ветер всегда в компас дует. Почему некоторые путаются, я как бы не понимаю. Старт, значит, у нас здесь. Лебедка у нас здесь. И здесь мы совместно можем план полета учебного построить. Вот у нас крыло. Вот рабочая линия, представим ее. Вот мы стартуем. Затяжка у нас происходит. Здесь мы отцепляемся, происходит отцеп. И далее у нас, допустим, идет упражнение первая змейка. То есть мы отпускаем клевант и начинаем управлять весом. Балансированный способ управления парапланом 90-180. 90 направо, 180 налево. Находим по сторонам на горизонте ориентиры, чтобы нам ориентироваться. И никуда не поворачивая, компенсируя клевок, чуть-чуть дальше пролетели, начинаем вправо, поворот, 180 налево, вправо, 180 налево. Потом, допустим, мы делаем лево 90, летим на старт, и еще делаем лево 90, право 90, и с правым разворотом заходим за старт. Если высоты у нас достаточно, то здесь, используя полученные навыки, мы размазываем высоту галсами 90-180. В какой-то момент выстраиваем все в прямую, встаем подвесочки и садимся. И когда вот это ты прорабатываешь сам, это у тебя остается в голове. Ты в полете уже не думаешь, что тебе делать. У тебя села рация, у тебя есть план полета. Ты знаешь метеоусловия. То есть у тебя уже ничего не должно как бы сбить. Ну, в принципе, вот.